Сотрудники полиции осуществляют охрану общественного порядка на месте прорыва дамбы в Уссурийске. Задействован весь личный состав. Полицейские ориентированы на оказание помощи населению. Поставлена задача предпринять все меры по недопущению совершения преступлений и правонарушений в отношении граждан, по защите имущества, пресечению фактов мародерства. Сотрудники госавтоинспекции контролируют безопасность дорожного движения на поврежденных наводнением автодорогах и мостах. Участковые уполномоченные полиции проводят разъяснительную работу с населением, объясняют гражданам порядок действий при ЧС. Стражи порядка патрулируют улицы, охраняя пункты временного размещения граждан и имущества.